Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Это снова ивенты. Чё-то не захотелось второе видео записать. Но я чисто для себя это делаю, потому что я постоянно не могу разобраться в них почему-то. Ты чё, ебанутый? И вот решил, ну, не терять время. Не, ну я потерял нормально времени, как бы. Ладно, не потерял, потратил. Поехали! Первый ивент поставки ресурсов башни слоновой кости. При охоте на монстров в определенных локациях или подземельях Адена с определенной вероятностью выпадают предметы «Тайная карта» и «Секретное послание». «Тайная карта» выпадает в обычных локациях. «Секретное послание» в подземельях Крума, Луа, Башни, СК, кроме ивентовых подземелий. С помощью предмета «Тайная карта» и «Секретное послание» можно создать сундук припасов и получить награду. При создании сундука припасов существует вероятность критического успеха. Награда различается в зависимости от результатов. Для создания сундука потребуется 7 тайных карт и одно секретное послание. Плюс с помощью секретного послания можно создать тайную карту. Предмет «Тайная карта» можно обменять на награды у NPC-шпион замка Дион, который находится в городе. Создание ресурсов башни слоновой кости продлятся до 27 апреля. Сундук припасов. Будут выпадать предметы «Реликвия энергии», «Знак поручения», «Адены», «Свитки модификации брони», «Оружие украшения», «Спрятанный сундук припасов», «Реликвия энергии», «Орден славы», «Адены», «Свитки модификации оружия, брони, доспеха», «Благословенный свиток модификации оружия, брони, доспеха». У NPC можно приобрести товар «Силе развития, реликвия энергии», «Благословенное перо», «Сундук с обычным пособием на выбор», «Сундук с пособием высокого качества на выбор», «Сундук с часами подземелья на выбор», «Фрагменты рецепта создания редкого оружия», «Фрагменты рецепта создания редкого доспеха», «Чистый эликсир», «Руда духов», «Легендарная золотая свинья». В 12.30 и 20.30 по МСК будут появляться свиньи в виде РБ. Персонаж, который внес свой вклад в уничтожение легендарной свиньи, могут получить 100% опыта и блестящий сундук, а также с некой вероятностью спрятанный свиной сундук с сокровищами. И благословенный сундук. С благословенного сундука выпадают орден славы, знак поручения, спрятанный сундук, камень жизни, камень души, руда духов, кристаллы, улучшенный кристалл, благословенный сундук, реликвия энергии, благословенное перо, печать благословения, свиток модификации, брони, доспеха, украшения. Подготовка к осаде. В пятницу, субботу и воскресенье в 6 часов вечера по МСК будут присылаться на почту «Благословенное перо». Письмо будет храниться 3 часа, то не пропусти. Покровительство и развитие от башни слоновой кости. В период проведения ивента применяется положительный эффект, который увеличивает пополнение энергии Энхасад на 100%. Эффект также добавляет 20% увеличение опыта. Пассивный скилл называется «Альянс Грации». Во время действия «Власть Грации» при использовании реликвии энергии, в том числе аббревиатурой «Привязка» и «Ивент», происходит пополнение по 200 энергии Энхасад. Тайные поставки башни слоновой кости. Каждый день 21 час по МСК по почте будут отправляться тайные поставки. Секретное послание в виде одной штучки. Ежедневно 21 час. Время хранения письма 3 часа, так что не пропусти. Также на почту будут присылаться зелья развития 10%, 1 штука, заряд души 500 штук. Если я что-то пропустил, то извини. Так, вроде все рассказал, вот тебе график ивентов, время, день и до какого числа, чтобы было удобненько, все круто. Если тебе нравится, что я делаю, пожалуйста, ставь лайкосик, поддержи меня комментарием. Мне будет очень приятно, то что из-за того, что происходит на Украине, у меня большой стресс, мне не хочется ничего делать, я не хочу заниматься своим любимым делом, играть в игры в такой период, но я считаю, должен каждый заниматься тем, чем он занимался до этого, ну, кроме убийства мирного населения. Я против войны, я мог рассказать всю правду, каждый, кто не глупый, может
может найти информации море, кроме дезинфы, которая, ну, так смотришь, если тебе кажется, что это дезинфа, доверяй больше сердцу, сердце тебе подскажет. Ну, с вами был Розе, если тебе понравилось видео, подписывайся на канал, ставь лайкосики, до новых встреч!